Я немножко волнуюсь. Первое свидание. А сколько вам лет? Почему спрашивает? У женщин такое не спрашивают. Почему он спрашивает? Так, что говорить, 18? 18, нет, спалимся. Так, 30, это правда, это много, так, что-то среднее между... Так, нет, ничего не говори, нападай. Давай. А тебе сколько лет? А мне 32. А мне меньше, я люблю мужчин постарше. Кто это придумал? Я это придумала. Юля, слушай анекдот, мне недавно рассказали. Так, сейчас внимательно, главное раньше не засмеяться, внимательно. Значит, бабушка приходит к стоматологу, а стоматолог говорит, у вас надо много лечить, долго ходить придется. Вот сейчас, нет, подожди, сейчас, нет, не смей, нет, просто пауза. Прости, поперхнулся. Вот, он говорит, долго ходить придется, у вас много лечить надо. А она говорит, а зачем ходить? Давайте я челюсть оставлю, а через неделю приду. Вот сейчас, нет, подожди, вот сейчас. Да? Нет? Смеемся, конец, давай.